Какие преимущества у женщин в мужских профессиях и с какими вызовами они сталкиваются, узнаем с минуты на минуту в рамках федерального проекта «Женщины школы наставничества». Вторую лекцию читает Надежда Камынина. На самом деле лекция была очень интересной, она зарядила мотивацией на дальнейшие действия, на развитие моего проекта. Такие лекции позволяют пообщаться действительно с успешными женщинами-лидерами, наверное, для себя какие-то определенные тезисы понять, да, то есть как развиваться, как совмещать личную жизнь и работу. Потому что я считаю, что можно быть успешным физиком, вне зависимости от того, женщина или мужчина, равно как и успешным геодезистом. А вот быть успешным мужчиной или успешной женщиной стать гораздо сложнее. Женщины-лидерам быть непросто, но с именитыми наставницами все возможно. До встречи на следующих лекциях!